Аск и Глеб с Тропси, мы играли в эту игру с самого релиза и не прекращая каждый день нон-стоп. Поэтому у них все дэш-броски, дэш-эвейды, все задрочено до нельзя. Сейчас мы увидим супер хай-левел, хай-скилл, профи-матч. И да еще и Глебстер взял, в самый последний момент решил играть за этого самого Джубия. Джуби это один из топ-тиров и по совместительству аноинг чаров игры. Все его ненавидят и все считают скучным, но Глебстер раньше играл за хайпового чара Хахумару, но решил заабандонить его ради шлюхи. Тем не менее, Джи Глебстер хайповый чувак, отличный комментатор, так что он более известен в комьюнити, а Каска это, ну, только известен вот в Самша пока что. Может еще в каких-то аниме файтингах, я просто не знаю. Так, ага, берет Ханза, Каск, вот это хайповый пик, очень... Я тоже играл на релиз за Ханза, но он тогда был очень слабый. Сейчас, наверное, таким же остался. Посмотрим. Отлично, трейдится. Бакуэнрю сетапит бросок через Бакуэнрю. Погнали, Глебстер пока просто сидит на пятой точке и не понимает, что происходит. Так. Ну, в принципе, он, понятно, он ждет, что Каск заоверэкстендится и сделает паниш, чтобы сделать паниш. У Джуби очень больные паниши, там буквально 30 с лишним процентов урона каждый раз. Телепорты показывает нам Каск. Бакуэнрю пока отлично работает в этом раунде. Да нет, нет, это не могло быть паниш. Ох ты, выбил из супера, да, в этом игре суперов нет инвула. И хорошо дела пока у Каска идут. Он контролирует спейсинг, он является хозяином спейсинга в этом раунде и забирает его. Так, начинается с пробежек. Вот, вот этот вот сетап после броска, после каких-то заблоченных ударов. Джуби может комбить с стендинг медиум панча свой ДП. Очень больно. Усиленный Бакуэнрю Ханза под Рейджархом. Бьет 8 раз. Можно делать все что угодно на блоке. Захотел сделать ССМ Каск, но протормозил. Забирает Глеб отличным панишем. ХП у Каска и теперь... Будет явно 1-1 по раунду, хотя это Самша, тут столько камбэк механик, что я бы не удивился, если сейчас Ханза все равно заберет. Рандомная, ну не как рандомная, обычная пока, абсолютно обычно касается Каска. 1-1 в первом бою. Натыкается на ежа. Глебстер видно, что уже лучше находит спейсинг. Он чувствует, когда нужно сидеть, когда прыгать вперед с медиум панчом. Моментум на стороне Глебстера. Бросок и больной паниш. Оба уже проэтовали свою рейдж-шкалу. Хорошее было начало для Каска. И, блин, да, это солидный бой за Глебстером. 1-0. Character Select решает сменить Каск. Он играет за full cast, full roster, абсолютно за всех, как у Сефи Батон. Берет Джинджиро. Глеб 1-0. Долгие загрузки во всех играх на PlayStation 4, но это Sony, ничего не поделаешь. Чё, правда? Так, Генджиро против Джубия на отличном стейдже из Самши 4. Самши 4, по-моему, был этот стейдж. Голуби нету.
не удивлены, они даже не смотрят на бой. А на переднем плане у нас происходит этот хэд до Джинджира. Так, набегают друг на друга парни, пытаются удивить опытного спамера. Ну, здесь должен был быть ДП. После патча у Джинджира оставили только хард ДП с сингулями. На остальные рассчитывать не приходится. О, вот он показывает мне, как надо действовать с доска. Вот, оказывается, что надо было делать. Так, опять каск забирает некоторый моментум, некоторый лайфлит. И теперь ему нужно не потрескаться. Заставчик. Только это сказал, ну ладно. О, отлично! Ну, в этой игре не комбятся на прыжке. Можно про это забыть. Макото стайл! SF4 Макото стайл! Забирает Глебстер и ржет просто безудержно. Бросок в бросок, в паниш. Что происходит, я не понимаю. Репка после броска. Забирает, зажимает в углу каск. И Глебстер отпускает его. Глебстер начинает делать вот эти суперы. Да, это бесплатно Джуби может делать, пока у него есть Рейджард. Каску лучше не лезть вообще, пока у Джуби Рейджард. Хорошо, что в этой игре они быстро заканчиваются. ССМа не будет. Это явно. Потому что, ну, сложный там инпут, и под хайпом сложно заэкзекьютить такой мув. Там стартап еще огромный. О, АБ паниш. Глебстер не рассчитал. Еще раз не рассчитал. Два броска в молоко. Каск забирает 1-1. А, нет, еще... Нет. Я потрофился. 1-1 по раундам. Глебстер все еще ведет 1-0 по боям. А, мисклик. Хотел, видимо, кинуть карту. Фунадо. Вместо этого вышел командный этот спешл, почти бесполезный, только в комбах он нужен. Блин, на ровном месте Глебстер забирает лайфлит и весь моментум на ровном месте. Кас буквально сам это все отдал и прыгает в гейзер энергетический. Кас и так быстро вот заканчивается. Я считаю, что Каск мог выиграть и первый бой, и второй, но... В этой игре быстро моментум может перевернуться как в одну сторону, так и в другую.